знали. Вид бумажек подлюдок. Сегодня я сделал новую коллекцию. Это у нас скрепыши 3. Может быть, не такие скрепыши, какие в пятерочках. Мы выберем сегодня 2 пакетика на распаковочку. Я хочу взять. Давайте мы возьмем вот этот синенький с крепышом. Такой. Давайте возьмем вот эти вот такой синенький. Конечно, не подойдет, но это синенький. Все, уберем вот сюда пока что. Мы начинаем распаковочку. Беру свой каталожек. Нет, давайте открыть тогда. Давайте тогда еще вот такой один большой. Все, больше брать не будем. Эти 3-4 на завтра. Таким пакетики взяли. Это у нас коллекция никакая. Это тоже. Это у нас. Это я потом доделаю. Это у нас игрушечки. И это у нас есть. А, это серия. Сейчас скрепыши 3. Вот здесь. Тут только я единичку написала. Скрепыши 3. Начинаем распаковочку. Давайте мы начнем с большого. Тут есть один черненький, но это я не знаю в каком. Давайте откроем. Нет, тут не легендарка. Тут у нас Котыш. Котыш. Его зовут Котыш. И вот давайте будем. Тут у нас на номере 1, он же нам первый попался. Вот так вот, уж вот сюда прилепился. Следующий, давайте вот такой синенький, с розовеньким. Это мы открываем. Так. Тут у нас пандочка вот такая. Мы их уберем сюда. Какой пандочку. И мы клеим напротив на пуговицу. Вот такой последний наш пакетик. Если вы хотите, я сейчас могу еще даже вот такие открыть. Ладно, откроем, потому что завтра я снимать не буду. Я буду ждать своих подружек. Так. Ой. Тут у нас такое радуга, она легендарная. Это радуж. Для ее нет остальное на левом. Тогда это она называется радуж. Радуж. Открываем возле пандыша. Пандыша. Такая у нас коллекция, что получается. Следующий пакетик такой фиолетовенький. Камера передает только синенький. И мы его открываем. Откроем аккуратно. Тут у нас сколько их. Тут у нас есть. Тут их у нас 2. Такая. Это у нас собачиш. 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 Вот сюда мы клеим собачиш. И это Hello. Hello Kitty. И теперь мы вот так будем заполнять. Мы его уберем, все, что тут есть. Следующее давайте будет вот эти 2. С первого я начну с черненького. Тут у нас шоколашка. Шоколашка. Шоколадка. И ее зовут Шикал. Шоколад.
открываем. И вот сюда клеим под на куша. И вот такая перевертыш, кто знает такую игрушку, перевертыш такой. Такой, ой, наоборот, вот такой. Передает камера. Такой фиолетовенький, можно сказать. На это у нас розовенький. Клеим под фандыша. Следующий такой розовенький. Алло. Вот так открываем мы. Тут у нас леденец. Мы клеим под радужку. И остался вот этот самый, могу сказать, большой. Я его обклеила. Убираем отсюда. Тут у нас легендарка. Такая понишка, поняшка. Это у нас легендарная. За это я должна сделать коллекцию новенькую какую-то. Не знаю, какую новую коллекцию. Где мы? Конинку. Такая у нас коллекция получилась. Я могу сделать еще вот на вот эту страничку. Попробовать сделать. Но это вряд ли. Пока что такая коллекция у нас получилась. Тут у нас... Так что, всем пока. Знаете, почему я сделала легендарную? Потому что у меня есть такие стельки. Есть Hello Kitty, есть вот эти. Есть собачки, есть макбухаши, есть сердечки, есть шоколад. Есть эти, но я их не делаю, и этих не делаю. И этих делаю. Так что, наверное, я уже буду кончаться. Всем пока, вы были на канале Мир Бумажек Подружек. Вот такой у нас сегодня каталог был. Всем пока, вы были на канале Мир Бумажек Подружек. Еще раз повторяю. Ну, меня зовут Вика. Мне будет 8 лет.